Все условия работы с партнерами, с региональными дилерами строились у нас на основе агентского договора. С этого года постепенно переходим на классические франчайзинговые отношения. При этом у нас исторически так сложилось, не было ни одного национального дилера по монобрендовой сети. Учитывая репутацию на рынке, деловой опыт довольно обширный и наши очень хорошие наработанные связи с группой компаний «Связной», по федеральному каналу, по мультибрендовому федеральному каналу, значит, мы решили войти в переговоры. Значит, длились они почти 4 месяца. Вот, обсуждался каждый пункт возможного сотрудничества, география, количество и так далее, условия, соответственно. И вот буквально несколько недель назад мы приступили уже к обсуждению предмета сотрудничества через договор. Точки, о которых мы говорим в данном проекте, это исключительно флагманские точки. То есть это точки расположены, флагманы для нас это не только сам вид магазина внешний и внутренний, это в первую очередь его расположение. То есть это расположение на пересечении максимальных трафиков. Города, о которых мы сейчас говорим, это в основном областные столицы, ну, Питер в том числе. Значит, если говорить о насыщении самого салона как флагмана, то там будет полностью представлена вся наша новая концепция, которая подразумевает четкую, как мы это говорим, продуктификацию, то есть все продукты можно потрогать, пощупать, посмотреть, и максимальное предложение всех остальных товаров и услуг. Если говорить о количестве, мы очень осторожно подходим в этом плане к сотрудничеству, стараемся не ставить невыполнимые цифры, но с другой стороны, ну, не становиться их заложниками. Поэтому мы сейчас говорим о нескольких стартовых объектах, которые уже должны начать работать в ближайшее время. Вот, поиск начнется, как только мы подпишем договор, как я говорил. А в этом году было бы неплохо открыть несколько десятков таких салонов. Вот, точнее сказать сложно, нам нужно оттестировать все-таки все наши технологии, вот, и посмотреть, насколько это выгодно обеим сторонам. В это сотрудничество рассказать сложно, как я говорил, поскольку горизонт пока не очень понятен. Один объект, мы готовы говорить о цифрах, значит, в среднем мы вкладываем, уже не раз мы об этом говорили открыто, значит, в прессе, мы вкладываем в один объект порядка 3 миллионов рублей. Мы как компания. Вот. Ну а возвращаясь к вопросу, который задавали об условиях работы, они достаточно простые. Мы инвестируем в капитальные затраты, то есть это оборудование магазина, вывеска, IT-оборудование, мебель и так далее. Но при этом через различные варианты поощрения наших партнеров мы возмещаем определенную часть арендных платежей.